Ребята, с вами я, желейный медведь Валера в Майнкрафте. И со мной сегодня... Желтобрюх! И сегодня, поскольку скучно как-то, в городе ничего вообще не происходит, мы будем играть в пряточки в этом доме, который сзади меня сейчас находится. Поэтому что ж, ставьте лайки, подписывайтесь. А меня пробрало на сладости. Ем желе из меда в баночках. Ну да. Ой. Прикольно. Ну-ка. Ух ты. Ладно, ребзя, жмякайте лайк, подписывайтесь на наши каналы, ссылочка на всех в описании. Ну а мы погнали к ролику. Ну что ж, кто будет водить? Давай ты первый. Не, давай ты. Ладно, ух давай. Ты, даже заставлять не пришлось. Это что-то новое. Кстати, ребят, пишите в комментариях, какую бы еще идею. Про какой план у меня идет речь? Блин. Давай быстрее прячься. Кстати, а у тебя ники отключены? Ты видишь ники? Нет, вроде, да, не вижу. Хорошо. Все, считай до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ладно, пошел искать. Блин, да это сильно огромная подсказка такая. Ты понимаешь, у нас один маленький домик. Ты мне можешь найти тут нычек? Мало, тут просто комната. Я не знаю, куда мне заныкаться, чтобы ты, блин, не нашел меня. Точно дома? Да, блин, на все 100 в доме. Ничего не ломал, ничего не прокапывал, чтобы куда-то спрятаться? Со 100% ничего не делал. Я ничего не ломал, я спрятался на видном месте. А, значит так. Так, слушай, как дела сегодня? Как день у тебя прошел, желтобрюх? Да, отлично. Окей, я рада за тебя. Я за тебя рада, что мне сказать. Что? Заскалил. Вон он, видите? Что это, фигня? А вы видели? Не перепрятывался. На все 100 я не перепрятывался, наверное. Ой, наверное? Да. Наверное, я не помню уже сам. Вы видели, у меня только что лапа тут торчала, он не заметил. Перепрятываться нельзя. Ну да, ты что, не знал? Нет, я просто тебе говорю, мне кажется, я тебя видел где-то. Наверное, тебе кажется. Ну, скорее ты где-то меня видел. Здравствуйте. Опа, я походу тебя нашел. А? Ты меня не нашел, ты меня не нашел, ты меня нашел. Я не нашел. Блин, убил. Раз, два, три, я, короче, иду искать. Короче, идти искать? Угу. Такс, подсказочку. Здрасте, это полиция подсказочек, где ты? А зачем сразу подсказочки давать? Так, в смысле, я сразу давать? Мы секунду не спали. Потому что, ну ладно, найду без подсказок. Привет! Не нанес, кстати, эти пистолеты, походу, игрушечные. Точно игрушечные. Я в тебя даже не стрелял. Короче, это игрушечные пистолеты. Ладно. Так, что будем делать дальше? Или давай ты еще раз мне... Не знаю, но мне кажется, ты не должен отдать раунды, то это было как-то слишком изично. Да? А-а, не отдам. А-а, ладно, тогда я сам заберу. Ну, можешь брать пистолет. Давай, считай. Бери.
Настя, давай считай. Ну ладно, бери минус, без разницы. Давай, считаю. Раз. Ты стой, выйди. Нет. Я даже не знаю, кто помог найти. Ну ладно, давай, считай. Раз. Два. Три. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Девять. Десять. Я иду, в общем, что ж, я иду искать. Я думаю, ты на втором. Да, я на втором. А, вот он ты. Пятка желтая. Да, я на втором. Ну да, я поднимаю же. Будет смешно, если я тебе сейчас открою первую дверь. Ой, кто-то дверцу забыл закрыть. А нет, никто и не забыл. А чья палка тут желтая? А что ты меня бьешь этим топором? Держи, на! Нет, тут нереально спрятаться. Ладно, давай я считаю. Раз. Стой, считай до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Шесть раз я не виноват. Тогда еще время, ну ладно. Проверенные нычки никто не взял, говорят они. Конечно. Если я найду его на моей нычке, то все, хуна ему. Вы видели его? О? Э? Что? Что там? Я тебя видел только что. Конечно, видел. Я видел какую-то красную штуку. Да-да, крутая улочка. Но меня на эту улочку не купите. Поэтому удачи, ищите дальше. Та-дам-дам-дам-дам-дам. Пальмас был. Ну еще с чего ты взял? Потому что я тебя видел. Не хочу тебя расстраивать, но я вообще-то на первом. Что? Опять я вижу какую-то красную морду. Ты точно не перепрятываешься? Какую морду? Тебе там уже, наверное, что мерещится. Я 100% не перепрятался, поэтому знаешь, ты меня 100% легко найдешь. Я в легкой нычке. Ты вообще на каком этаже? Ты хоть... Ага, это чтобы запутать меня такой вопрос. Да? Расскажи, на каком ты этаже? На втором. Окей. Ладно, чтобы мне ничего не мерещилось, я уберу это скорострельное оружие у себя из рук. Кстати, как-то к этому не привык, у меня глаза сжимаются, что? Кстати, это ты видел оружие? Ну, точнее, книжечку. Да. И что там написано было? Лил поднял и просто даже не заметил. А он гусь. Читай. Я жил коврюху. Жил коврюху. Да. Ложки толстой. Ну что? Ты здесь был, да? Наверное. Как наверное? Если да, значит, не знаю, где ты. Эх, посижу в окно, посмотрю. Ты? Ах, значит, он проходы себе копает, да? Значит, такой ты у нас честный, нет, это, да? Я просто своей задницей раздавил блок. Поэтому, знаешь, я провалился вниз. Конечно, ну, конечно, да, я только что молчал, понимаешь? Я только что упал. Ты тут? Нет, не тут. А перепрятаться нельзя, ты уже перепрятался. А я не перепрятался. Ничего не знаю.
Ой, блин, 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 блин. Ладно, так и быть. Видишь, ты перепрятался, здесь был. Я здесь был. Не был. Я откуда знаю, может, ты обманываешь? Был. Ладно, давай, я считаю. До 10. Стой. Нет. Да, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь. Восемь. Девять, десять. Я иду искать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты не спрятался, как не спрятался. Ну да. Ты что, не знал? Будет смешно, если я тебя так легко опять найду. Если ты меня слишком быстро найдешь, то мы все. Ага, что ты копаешь? Нет. Я чуйкой, своим носом чую, что ты копаешь опять. А, конечно, конечно, говори больше, я ничего не копаю. Ничего себе. Да все, я тебя нашел, да ну, не считалось. Так я тебя нашел. На даче. Ничего себе! Нечестно, ты специально эту всякую фигню делаешь. В смысле, тебе не надо было убивать? Ух ты, тут... Маник видел! 100% ты маник видел, а видео будет называться «Затроллил Жилтобрюха», а не «Желтобрюха», ах ты, поганый мерзавец, как можно так неграмотно писать? Я Валера, мне можно. А я Желтобрюх, мне нельзя. Ой-ой-ой. А я Желтобрюх, мне нельзя. А где можно? Короче, нюхай бебру. Так что будет? Так, значит что, ты считаешь? Так что ты меня убил? Я тебя сейчас буду тоже убивать. Все, теперь считаешь три. Нет, ты всегда на всяких сложных мечках прячешься. Да, что ты? Когда меня найти, да ты подглядываешь, у тебя по-любому видно ники. Короче, нет, мне не видно. Ну, просто... Вот, не видно. Короче, давай ты сейчас, я спрячусь в очень легкой нычке. Спорим? Ага. Если я тебя не найду, то ты сложно спрятался. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ты спрятался и не виноват. Я в очень легкой нычке. А в очень тяжелом положении. У меня 100 кредитов забрал устав. Ну вот легкая нычка, я тебе поддался. Теперь давай нормально играть. Давай. Давай еще раз. Давай, считай до 10. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Я иду тебя искать. Так. Ну, я уверен, что ты спрятался, скорее всего, на втором этаже. Запах не подводит, воняет чем-то обгаденным. Так, запашочек. Ой, какой запах, ой, фу, воняет-то. Надо все равно идти. Воняет. Перетравленными шоколадками. Да, я на втором этаже. Ну да. А, опять что? Нет, ты ничего не копаешь, чуйка. Так. Ты же в курсе, что мы в доме прячемся, да? Да, я в доме прячусь. Надеюсь. Так. Походу, тут никого нет, надо идти. Странно, ты где? Мне было видно. Да, твои пятки желтые. А я что, настолько привлекательный? Нет, просто ты в красной комнате, видно твой цвет. Ладно, все, считай до 10. Ладно, раз, два, три, четыре. 5,
6, 7, 8, 9, 10. Кто исправился, тут лох. Короче, я решил... Это я уже все. Я решил взять его единственной. Просто веду слиться тату. У меня просто цвет красный, я, скорее всего, солюсь с комнатой, а он не увидит. Нельзя копать, запомни. Ага, нашел, да. Ну, блин, если ты столько еще не прятался, ты, наверное, подольше бы меня искал. А у меня было видно? Нет, Рим, не было видно, я просто, увидел прям такой кусочек. Блин, жаль. Ладно, давай я теперь считаю. Давай я считаю теперь, значит, до 10. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Иду искать. Кто не спрятался за тот жирный кусок желе? А кто-то дверь открыл. Ну так, никто. Я 100% ты в своей комнате. А, нет, ты не в своей комнате. Да. Слушай, странно даже как-то. Где же? Так. Будто не странно, где ты находишься, где-то на побережье Китая. Москва ближе. Ну, может и дальше, смотря, как ты будешь идти. В межвременном пространстве идешь в Китай. Ты не в доме, я тебя не вижу, где ты? Я уже половину комнаты обошел. Ну ладно, я тебя нашел, это считается, у нас прятки, у нас не догонялки, поэтому... Да, знаю, но ну почему-то ты меня вначале не заметил, и как ты меня сейчас увидел вообще? Не знаю. Ладно, давай, считай ты, наверное... А вначале как ты меня вообще не заметил? Я же сам не знаю. Ладно, считай ты, и будем, наверное, уже заканчивать, давай. Посмотрю, я сижу, я тебя смотрю, так еще и поражакиваю. Давай. Считай. Раз... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кто спрятался тут? Лошок. И вообще не недостоин быть желейным медведем. Ой, ребята! У меня такая крутая нычка. Достоин быть желейным медведем. Интересно, найдет ли он меня? Ну давай ищи. Могу поспорить на 100 рублей, что ты меня не найдешь 100%. Все, я тебя нашел. Все, я тебя нашел. Ля-ля-ля. Оп. Нашел. Мистер Крабс. Ну. Как? Что там сделал? Всегда пора капаться, ты правила нарушаешь, дурачок. Не, я не нарушал правила, я не прокапывался, я закапывался. Нюхай бёбру. Я же... Мне закапываться нельзя, давай. Все, конец. Все, Ребзя. Последний раунд. Да не, можем тебя записать. Нет, последний раунд, если ты не лох. Все, Ребзя, такой был видос. Все, давай последний раунд. Ну ладно, давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я иду искать.
что, ты справился хорошо, да? Да, надежно. Что? Короче, ребята. Отцовские часы. Мне как-то скучно, хочу повзрывать его. Ну что, надо что-то интересное, чтобы было. Только главное сейчас узнать, где он. Так, если он не на первом, то можем... Ну, ищи. Стой, я сейчас на втором бегаю. Так, ребята, сейчас все заложим тщательно, отлично. Что, молчать так и будем? Да нет, я хотела, кстати, сказать, дай-ка подсказку, ты на каком этаже? Ага, а так ты давай подсказку. Четерюга. Я жирное брюхо. Ты так делаешь смешно. А ты что, мне запрещаешь? Да, я запретил чипарную меню в России. Ты что, попив? Я опупил. Я опупильник. А ты, у тебя вообще есть окна? У тебя вообще есть окна? В комнате? Или ты в каком-то закрытой комнате? А? У тебя есть окна? Или ты в какой-то закрытой комнате? Я в комнате... такой... Ну как, в которой есть окно. Ага, окей. Ребята, тем самым мы узнали, может ли это он увидеть или нет. Кстати, ну дай подсказку, что ты видишь. О, слышь ты, я уже понял твой план. Я валю отсюда. Какой? Никакой. Мне интересно, тебя подорвет или... Ё-моё, ведь я вообще не вижу в этих погромах. Где ты вообще, ё-моё? А так, нигде. Ты вообще где был? Как тебя не подорвало, тут полдома расколошматило. Я не был в доме. Почему? Да я смотри, когда ты спрашивал, как у тебя в доме есть окна, я копал из комнаты, в которой нет окон, проход, спрыгнул, там был, слышал звук удара даже, наверное, и вижу, как там динамит, когда думаю, случайно послал, потом вижу, там дохерища динамитов, и потом вижу это и начинаю... Убегать просто. Не, ну знаете, серия вышла довольно интересная. Ставьте лайк этому видео, понравилось, подписывайтесь. Да, зачем там взрывать, ты что, офигел? Да восстановим. Ладно, ой, боже, тут даже... Стой, Максим, главный вопрос. Зачем ты пытался меня подорвать? Для интереса. Это быстрее я тебя вычислил, халух. Не-а. Мы, кстати, даже соседа чуть-чуть подорвали. Я быстрее, чем ты взорвал, увидел это. Сейчас. Я это все вижу, но не могу принять действие. Ладно, ребята, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на наш канал. С вами был я, желейный медведь Валера в Майнкрафте, и со мной был... Желейный медведь.